Всем добрый день! Сегодня у нас 10 февраля. С утра у нас тревоги. С утра, с 8 где-то часов утра. Люди даже на работу с утра не пошли. Детей, я знаю, в садик не повели. Тревога за тревогой была. Не знаю, как дальше. Все магазины закрыты. Так что куда-то идти, или банки, или что, все было закрыто. Куда-то идти бесполезно было. А почему? Потому что ракетные удары были. Это с утра. Не с утра, где-то часов до 11 тревога. Вот. Ракетные удары по многим областям Украины. Чем там дело кончилось, не знаю, но советовали не ходить никуда, сидеть на месте, идти в укрытие, где есть, вот так. Так что ничего хорошего, и еще неизвестно, чем дело кончилось до 11 часов, а как до вечера будет тоже, ничего неизвестно. Печально, страшно, но должны терпеть все. И погода вроде ничего. Даже солнышко вышло. Обычно у нас, как я говорю, пасмурно и пасмурно, как вечер. А то и солнышко, ну, ветер немного. Все хорошо, но вот так. Ракетные удары и ракетные удары были. И что будет до конца дня, неизвестно. Так, не будем о печальном. Обед что у меня? На обед у меня есть уха, голова семги и кусок. Это, голова хорошая такая, большая семги, с плавниками возле головы, такие они мясистые. И хребет. Так что очень вкусная уха. Сегодня доедаем. И хочу сделать драники. Мы их очень любим. Очень. Так что буду делать драники. Подготовила картошку крупненьких 5 штук. И луковица. Вот. Больше ничего я такого не добавляю. Не успела я рот закрыть, что была тревога. Опять началась. Опять. Что сегодня уже нас ожидает такое? Ужас. Порезала картошку, чтобы блендеру было легче работать. И буду измельчать ее. Лук и картошку порезала. Еще раз на раз осталось. Так, добавляю немного майонеза. Обычно к картошке я добавляю сметаны. Ну, где-то сюда в блендер. Чайную ложку. Сметаны у меня нет на данный момент. Добавлю майонез. И работать легче блендеру, и картофель не темнеет. Одну часть измельчила картошки. И вторую также измельчу. Вот
выложила картошку измельченную снова в блендер, посолю по вкусу. Добавлю пару ложек муки. Одна, две, ну и тут не полная. Провернем немного, чтобы перемешалось. И готово. Попробовала на соль. Все нормально. Можно идти жарить. Все, можно. Масло растительное согрелось. Можно жарить. Очень вкусные драники, когда сочная картошка очень есть. Сейчас сколько-то нет дыма, но все равно драники вкусные. Вот еще одно в таком небольшом огне. С одной стороны подрумянились дранички, перевернула. Ну, первая порция готова уже. И так далее жарю блинчик, эти дерунчики. Вот видите, сок появляется. Это каждый раз надо перемешать. Вот сейчас буду закладывать снова порцию дернов на сковородку. И надо перемешать. Вот видите, сок из картошки все-таки выделяется, хоть и зимняя она. Драники готовы. Такие румяные, пахнущие. Сейчас будем есть их. Ухи немного есть надо. Ее доесть, это ж уха. А потом драники будем кушать. Что, попробуем? Вот внутри такой. Я драники вообще обожаю. Но часто не делаю. Хоть очень вкусно. Как говорится, вредная еда, она всегда очень вкусная. Вот когда я их делаю, тогда и заснимаю. То это очень редко бывает. Картошка проготовилась. Мягенький драник. Края хрустящие. А внутри мягенькие, с хрустящими краями, в общем, прелесть. Опять воздушная тревога, уже который раз. И это ж все летят ракеты, это не просто какие-то учения где-то там, а летят конкретно ракеты, попадания, хоть бы все были живы, хоть бы все были живы. У меня все готово. Спасибо, что посмотрели видео. Готовьте со мной такие драники. Я их без яйца делаю всегда. Вкусные, ароматные, аппетитные очень. Заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео.
Готовьте со мной, и до новых встреч, и всего вам доброго, и чтоб мы все были живы и здоровы.